Ну привет. Помахай сыночка и сейчас. Всем привет. Расскажи свое такое первое впечатление. Например, уверенность больше, меньше? Больше, да. Насколько больше? Я вообще, как это начало же сезона для меня. Угу. Я как будто первый раз на лыжах. Но тут наш все хорошо, как-то как будто не первый раз. Что я думаю с вами. Одна бы я бы все. Хорошо, а вот на что это похоже? Это осознанное такое катание или неосознанное? Осознанное. И главное, что мне получается сложно. То, что мне говорили там, получается совсем не то. А я-то приучилась уже как-то вот по-другому думать. Ну, а то, что вот я тебе сказала, это как? Это лучше, это хуже? Это лучше, и ноги по-другому едут, и поворачивается лучше. Получается легче, конечно, когда правильная техника. А страхи? Ну, страх еще есть. Ну, меньше или? Ну, меньше, да. Меньше? Потому что я, а насколько меня не несет. Меньше? По какой шкале верить? Ну, там, один раз, полтора раза, два раза. Больше, четыре. Полтора раза. Полтора раза? Да. Это в два? Полтора. Что полтора это почти что в два. Хорошо, понятно. Без половинки. Ну тебя что-то так мало? Я пытаюсь себя вытащить. Ты как бы только что говорила. Страха? Ну что, страх полтора раза меньше? Да. Или в два. Ну хорошо, в два. Давай для ровного счета в два. Тогда я неправильно делаю, меня несут на склоне. А то знаю страх, я больше туда не хочу. Когда ноги делают правильно, все остальное делают. Все остальное это что такое? Это руки, плечи, локти. Локти. Тогда что? Тогда не несет и чувствуешь себя намного увереннее. А ты едешь с места на место? Я тебе говорю, что надо делать сепарацию для того, чтобы ехать с места на место, чтобы голова писала себе софт, программу блоками. Правильно я вижу? Не в общем молоко, блоками. И в этом случае успеваешь ли ты испугаться и так далее? Нет. Ну, правильно. Ясно. Ясно. Какой-то женский анекдот или историю можешь рассказать? Нет. Нет? Ну я правда, я не знаю анекдот, я не напоминаю. Ну хорошо. Сама-то откуда? Краснодар. Краснодар. Передаем привет Краснодар. Краснодар, привет, привет. Там Сочи у нас недалеко, правда, от Краснодара? Привет, Сочи. Вот. Приезжайте в Австрию. А что, кто-то в Сочи у вас живет? Ну вот вы из Сочи, еще там ребята есть из Сочи. Все те, которые в Сочи живут, вот они от нас привет получают. Привет. Хорошо.